Всем привет, с вами я, Александр Демидович. Сегодня 13 декабря 2018 года, и сегодня я перед вами должен отчитаться о результатах опроса, с таким вопросом. Доверяете ли вы тому, кто поставил на должность в Рио мэра Полтавы Александра Шамоту? Этот опрос был дублирующим. Почему? Потому что перед этим, все мы помним, кто участвовал в опросе, был вопрос, доверяете ли вы в Рио мэра Полтавы Александру Шамоте, самому Шамоте, а теперь я поставил вопрос, доверяете ли вы тому, кто его поставил. Ну, в первом опросе были такие результаты, доверие Александру Шамоте выразило 20% полтавчан, опрошенных, тех, кто захотели сами участвовать в опросе. Не доверяют 80%. Почему я сделал второй опрос? Отвечаю. В первом опросе я увидел очень много фейковых голосов, то есть фейковых аккаунтов. С Иордании там голосовали. Ну, я начал сомневаться, где же правда? Правду я попытался найти во втором опросе, и я ее таки нашел. Когда я в первом опросе отнял левые аккаунты, я получил примерно ту же самую цифру, что получил уже при реально втором опросе. Итак, доверяете ли вы тому, кто поставил на должность в Рио мэра Полтавы Александра Шамоту? Отвечают полтавчане вот таким образом. Доверяют 13%. Не доверяют 87% опрошенных полтавчан, не доверяют людям, которые вручили судьбу города в руки Александра Шамоты. Вот такая вот ситуация, вот такой вот результат. Правда это или неправда? Дважды не может быть уже неправдой. Имеем то, что имеем. Всем хорошего настроения, отличного дня!